Призвать взрослых бросить вредные привычки школьники решили показательным марш-броском по улицам индустриального микрорайона. Это нужно для того, чтобы, как бы сказать горожанам, чтобы они не курили, не пили. Каждый школьник знает, неправильный образ жизни плачевно сказывается на здоровье. Ты будешь всегда болеть, у тебя будет всегда плохое настроение, и ты будешь чувствовать себя неважно. Такую акцию ученики третьей школы впервые провели 3 года назад. Тогда в ней приняло участие всего 25 человек. Теперь школьников стало больше. Они даже спрашивают, когда у нас такая акция будет, и присоединяются. Около 200 человек приняли участие в акции. В колонне школьники с 5 по 11 класс. Такое массовое скопление подростков вызвало интерес у прохожих. Ну, я прочитала, там написано это самое, сибиряк значит здоровый, но это верно. Здоровый образ жизни, залог здоровья. Если младшим школьникам интересен сам процесс проведения акций, то старшеклассники надеются, искитимцев, для которых здоровый образ жизни является нормой, станет больше.